четвертьвековой юбилей состоялось торжественное заседание городской думы. Реконструкция продолжается. Почему пересмотрели график ремонтных работ на улице Семашко? Экскурсия в закулисье. Во Всемирный день театра школьники города узнали все о храме искусства и его преданных служителях. В марте 1994 года начал работу первый созыв Саровской городской думы. Депутаты тех лет вспоминают, что действовать приходилось в условиях правового вакуума. Не было нормативной базы, и многие шаги они делали почти вслепую. Ощутимо помогал опыт, наработанный 19 созывами городского совета. Первым председателем думы стал Иван Ситников. Иван Иванович работал и продолжает работать во всех думских созывах. И он уверен, несмотря на то, что все депутаты по-разному видят пути развития города, но все они хотят главного – добра Сарову и саровчанам. У нас был лозунг: мы все разные, а город у нас один. Вот представляете, какие умные слова. Мы действительно все разные. И за столько лет работы в органах власти я еще не встречал ни одного депутата, наверное, таких в природе нет, которые бы не желали благополучия и процветания нашему родному городу. Вот это нас объединяет. Председатели и заместители пяти созывов поднимались на трибуну. На этом торжественном заседании они делились воспоминаниями и давали наставления действующим депутатам. Каждый из созывов сталкивался со своими сложностями, и у каждого были свои достижения. Первая дума заложила основы для работы. Вторая приняла устав города. В третьей было разработано положение о бюджетном процессе. Во время работы четвертой и пятой город строился и развивался. Любая дума, которая работает в городе, должна прежде всего думать о наполнении бюджета города, а не о том, как разделить эти деньги. Вот это была мысль. Самое главное для нас, это было нашим руководством к действию. Свои достижения есть и у действующей думы. О них рассказал глава города Александр Тихонов. Принята стратегия развития Сарова до 35 года. Создана территория опережающего социально-экономического развития. Идет активная работа по улучшению городской логистики. Принята программа реновации. Разрабатываются планы по строительству арендного жилья и продолжается работа по вопросам возведения ФОКа. Дума молодая, работоспособная. Депутаты прошли практически все большой курс. Теоретический, но и самое главное, большой практический курс уже 3 года. Поэтому в этом плане давайте тоже нашу дому поздравим. Она тоже полноправный участник законодательного процесса. Впрочем, не только отчеты и планы звучали на торжественном заседании. Поздравления с юбилеем пришли из федерации и региона. Со словами благодарности за работу депутатам всех созывов выступили представители ядерного центра и общественных организаций. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Существующие на данный момент ограничения движения сохранятся до 25 апреля, после чего проезжая часть будет перекрыта полностью до завершения работ. Ранее планировалось открыть движение на участке дороги от улицы Зернов до улицы 8 по улице Семашко. На данный момент мы сегодня должны были открыть этот участок дороги по Семашко в сторону Зернова. Но, тем не менее, принято решение, пока этот участок не открывать, у нас остается тот участок в сторону Курчатова. Тот пока будет открыто, поэтому движение будет пока передвигаться там. По словам главного инженера компании-подрядчика ООО ТСК Виктора Третьякова, изменение сроков перекрытия поможет оперативно справиться с выносом коммуникации, а также прямо сейчас начать работы, запланированные на лето. Это позволит в настоящий момент вести работы уже дальше по цепке стоянки, что вот мы видим, перекладка газификации, по устройству парковки около поликлиники. И также уже это поведет за собой установка бордюра и полностью выходить уже на дорожное полотно. Как заверили представители администрации, даже в момент полного перекрытия дороги для жителей микрорайона будут организованы дополнительные проезды к гаражному кооперативу и на дворовую территорию со стороны улицы Курчатова. Вот эти участки, которые мы бы планировали открыть, это дало бы только преимущество тем людям, которые живут в данном микрорайоне. А вот сокращение сроков уже на 2 месяца, это даст положительный результат для всех жителей города. Также особый порядок строительства планируется в районе детского сада, расположенного на улице Семашко. Все работы на время дневного сна у детей будут минимизированы. В планах компании-подрядчика закончить реконструкцию дороги уже к октябрю 2019 года. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.
Ольга Жиман свою жизнь с армией связала еще 20 лет назад, выйдя замуж за военного. Много лет она была просто женой офицера, готова в любой момент вместе с ним уехать служить в любую точку страны. 6 лет назад решила круто изменить свою жизнь и поменять работу в детском саду на службу в Росгвардии. Так получается у нас у всех, у военных, что если в семье есть хотя бы один военный, то это уже не профессия, не работа, это образ жизни и образ жизни семьи. В канун Дня войск Национальной гвардии Российской Федерации в торжественной обстановке Ольге присвоили звание лейтенанта и вручили погоны. Этого повышения она ждала последние несколько лет. Хочется родителям своим скорее сообщить. Жаль, конечно, папа не дожил до этого момента, но он был бы очень горд и рад, потому что он сам всегда мечтал быть офицером. Так получилось, что дочь стала офицером. В отличие от Ольги Жиман, Виктор Сазонов свои офицерские погоны получил очень давно. Присягу он принимал в 1958 году и, пройдя путь от курсанта Саратовского военного училища до подполковника, сегодня оказывает помощь тем, кто ушел на заслуженную пенсию, возглавляя ветеранскую организацию войсковой части 3274. По мнению подполковника, в отставке сегодня на бойцов Росгвардии возложено значительно больше функций и ответственности, чем в свое время на внутренние войска. Если мы выполняли задачи в основном по охране и особо важного государственного объекта, сопровождение грузов, охрана, то сейчас на войска возлагаются очень большие обязанности, в том числе по непосредственной подготовке к действиям в военное время. По словам Виктора Сазонова, по работе он часто общается с молодежью призывного возраста. Главный совет, который он обычно дает новобранцам, неизменен несколько лет. Самое главное – выполнять все требования старших начальников, приказы, приказания, потому что физическая подготовка, огневая подготовка, все дисциплины в армии, они, как говорится, играют роль не только в физическом закалке и выполнении тех задач, которые возложены на наши войска. На концерте в честь Дня войск Национальной гвардии было вручено множество наград, знаков отличия и почетных грамот. А песни исполнители посвятили нелегкой, но очень почетной работе, которую выполняют войска Росгвардии. Кирилл Осинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Дачная амнистия, которая предусматривает упрощенный порядок оформления земельных участков, собственность существует более 13 лет. За это время в федеральный закон вносились изменения. Самое последнее и одно из самых важных из них напрямую связано с градостроительным кодексом. Теперь для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилого строительства или садовых домиков действует единый уведомительный порядок. Прежде чем начать строительство, вам необходимо обратиться с уведомлением о планируемом строительстве в органы местного самоуправления, то есть на территории которого расположен ваш объект недвижимости. Законодательством предусмотрены параметры объекта индивидуального жилого строительства. Он должен быть не выше 3 этажей, высота дома не больше 20 метров. Такие же технические характеристики имеет и садовый дом. Форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта утверждена приказом Минстроя. В нем вы указываете, что вы являетесь собственником участка, да, на котором, конечно же, вы будете будущее строительство вести, а определяете параметры этого участка, где будет располагаться то, что, то есть должны быть соблюдены обязательно отступы от границ, да, земельного участка, этажность своей постройки. Если данные, указанные в уведомлении, соответствуют градостроительным нормам и правилам землепользования и застройки, собственник участка может приступать к возведению садового или жилого дома. Документ о соответствии планируемого строительства действителен в течение 10 лет. После того, как вы возвели свою постройку, в течение месяца вы должны уже обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план на ваш объект недвижимости и, соответственно, составить уведомление уже об окончании строительства и подать комплект документов в органы местного самоуправления. Если документы соответствуют действующим нормам, органы местного самоуправления передадут их на постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности. Если дом построен значительно раньше и не имеет документов, которые делают постройку законной, собственнику участка придется решать вопросы в судебном порядке. В противном случае таким домам будет присвоен статус самостроя. В нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поздравляю вас с нашим праздником, с 30-летием окончания боевых действий и вывода наших войск из Республики Афганистан.
Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия. По случаю 30-летия годовщины вывода советских войск из Афганистана Валерий Бирюков вручил участникам боевых действий благодарственные письма от областной региональной ветеранской организации. За активную военно-патриотическую работу Саровский союз ветеранов Афганистана наградили грамотой ядерного центра. Сегодня мы не анализируем причины, мы не анализируем начало, мы анализируем результаты. Результаты того, что сделано советской армии в Афганистане. Афганская война затянулась на 10 лет. Эти события с каждым годом все дальше и дальше уходят в историю. Но, несмотря на это, они в очередной раз рассказали всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Для тех, кто воевал, для тех, кто с честью выполнил свой долг, это от нас, может быть, только от нас и от наших сограждан, россиян, только огромная благодарность. Ветеранов боевых действий наградили юбилейными медалями, посвященными 30-летию вывода войск из Афганистана. По окончании торжественной части всех гостей вечера ждал праздничный фуршет. Студии звукозаписи, цеха и мастерские с директором Саровской драмы старшеклассники побывали в закулисье театра. Также школьники посмотрели, как сейчас выглядит площадка для будущей малой сцены. Директор нашего театра не только отвечает за финансовую и хозяйственную составляющие, но и решает, какие спектакли, какие режиссеры будут ставить. Каждый год театр выпускает 10 постановок, из них 8 для драматического театра и 2 для театра кукол-кузнечик. Мы стараемся разнообразить репертуары, поэтому в эти 8 драматических спектаклей входит как большая, так и малая форма, как детские, так и взрослые спектакли. Ребята, которые пришли на встречу с директором театра, занимаются в школе «Лидер» Дворца детского творчества. Кто-то из них мечтает связать свою жизнь с театром, а кто-то хочет стать руководителем. Они постараются понять, попытаются понять, в чем специфика руководителя учреждения культуры. Вот это очень важный момент. Руководители в каждой сфере, они отличаются по действиям, по своим задачам, каким-то внутренним установкам. По признанию ребят, эта встреча для них стала ярким и запоминающимся событием, о котором они еще долго будут рассказывать своим друзьям. Очень много разных секретов сам директор таит и много выполняет. Это очень интересно познать и потом как опыт получить. В завершении встречи Марина Першина пригласила ребят на торжественный вечер, посвященный 70-летию театра, который пройдет 19 апреля. Во Дворце детского творчества прошла очередная встреча в рамках проекта «Профтренд». В этот раз организаторы немного изменили формат. Не было привычных лекций, заданий и мастер-классов. Вместо этого организаторы предложили ребятам в режиме открытого диалога побеседовать с тремя представителями ядерного центра, которые достигли определенных высот в профессии, стали лидерами в своем коллективе и нашли себя вне работы. Сегодня мы хотим, чтобы ребята задали вопросы, которые их волнуют в данный момент, которые они, может быть, стесняются или боятся задать своим взрослым, которые их окружают. Одним из героев встречи стал Дмитрий Глуходедов. Он работает в ядерном центре 20 лет. Пришел на должность инженера-исследователя. Сейчас руководит отделом в Институте ядерной и радиационной физики. Мужчина рассказал ребятам о своих студенческих годах, жизненных ценностях, увлечениях, достижениях в личной жизни и карьере. Замечательная встреча. Дети очень активные, не стесняются задавать вопросы. Ну, каких-то сложных вопросов я бы не сказал, что были сложные. Просто, ну, как бы... Не очень удобно сформулированные, сложностей не было больших. Многих молодых людей сегодня отпугивает секретность и невозможность выезда за границу для сотрудников в НИЭФ. Однако Дмитрий считает, что этот недостаток с легкостью перевешивают все плюсы работы в ядерном центре. Какие люди работают там, увлеченные там своим делом, что они и не только своим делом, а просто люди сами по себе интересные, которые увлечены чем-то еще помимо работы, что, ну, допустим, что во ВНИЭФ вот, есть не только во ВНИЭФ и Сарове есть не только как заняться, что там работой, что можно много чего найти еще. Впервые участие в профтренде принимали ученики 11-й школы. Кто-то из них планирует пойти на работу в РФЯЦ ВНИЭФ. И подобная встреча помогла ребятам понять, как достичь своей цели. Интересно узнать, как люди пришли к ВНИЭФу, к такой работе. Их жизни до того, как они стали работать во ВНИЭФе, и каким образом они достигли такого уровня. Следующая встреча в рамках проекта «Профтренд» пройдет во Дворце детского творчества в пятницу. Ее тема – «Тайное оружие. Социальные сети».
Конференция проходила по нескольким секциям, в которых ученики представляли свои доклады по истории, математике, биологии и другим школьным предметам. Работало также отделение стендовых докладов, где лицеисты показывали различные проекты, выполненные под руководством педагогов. Здесь представлены проекты вообще различной отрасли, то есть это вот, выращивание растений или там, животных, секция, которая связана с космосом, копилка электронная, 3D-печать тоже есть. Ну, в общем, различные отрасли, которые каким-то образом связаны с электроникой или с чем-то таким. Проекты ребята готовили в течение всего года. На конференцию представили работы, которые были интересны широкому кругу слушателей. Георгий Кушнир выступал на секции истории со своим докладом о первой морской победе русской армии в Семилетней войне. Также он показал собственноручно собранную модель бота, который использовался в сражении 18 века. Это был долгий, кропотливый труд. Вечерами или днями в каникулы я посвящал этому целые дни, иногда даже ночи, потому что это очень небыстрое занятие. Для многих участников школьная конференция – это тренировка, которая поможет подготовиться к более серьезным испытаниям. На проект меня оценивали школьники и жюри, которые мне в дальнейшем помогут усовершенствовать свой проект, принести в него что-то новое, в чем-то даже помочь, для того, чтобы может отправиться на конференцию высокого уровня. Итоги конференции подведут в ближайшее время. В каждой секции жюри выберет лучшие работы. Холл второго этажа Центра культуры и досуга в НИЕФ превратился в выставку детских работ на недетскую тему. Скажем «да» охране труда. Но, как считают организаторы ежегодного конкурса, обучать о самобезопасности нужно уже с юных лет. Тем более, что традиционный фестиваль направлен на совместную работу детей и родителей. Этот конкурс помогает повысить уровень вовлеченности наших работников в процесс обеспечения безопасности. На уровне семейных ценностей детям начинают прививать правильное отношение к безопасности и охране труда. Конкурс проводился в трех номинациях среди детей от 4 до 12 лет. Ребятам предлагалось создать плакат на тему «Я за охрану труда» или сделать рисунок о мерах безопасности в быту, дома, на природе, в школе. Эта тематика, наверное, самая простая для деток, потому что легко объяснить, что в быту тоже есть охрана труда и безопасность, и ее обязательно нужно придерживаться. Третья номинация «Супергерой безопасности» отсылала ребят к их любимым мультикам. На детских рисунках фиксики, смешарики и другие сказочные герои объясняли, как правильно защитить свою жизнь и здоровье в различных ситуациях. На конкурсе были представлены не только индивидуальные, но и коллективные работы. Совместное семейное творчество также приветствовалось организаторами. Данное мероприятие направлено на создание семьи, на поддержание семьи, на то, чтобы люди вместе делали работу по вечерам. Это же здорово и интересно. Злате Денисовой всего 5 лет. Фестиваль детского творчества – один из первых в ее жизни. Диплом участника и памятные подарки стали для нее отличным стимулом для участия в других творческих конкурсах. Ее рисунок с лозунгом «Работы в каске» также представлен на выставке. Девочка решила рассказать о защите жизни и здоровья во время строительных работ. Я рисовала строителя, который работает в каске. Мне никто не помогал. Я работала сама. Среди более чем 100 конкурсных работ организаторы выбрали победителей и призеров в каждой номинации. Но никто не остался без внимания. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Творческие номера танцевальных коллективов нашего города стали приятным дополнением к торжественной церемонии награждения. Каждый год Саровский медколледж выпускает дипломированных медсестер и фельдшеров. Получить среднеспециальное медицинское образование можно как после 9-го, так и после 11-го класса. И после 9-го, и после 11-го срок обучения один и тот же, поскольку специальное сестринское дело подразумевает обучение по федеральному образовательному стандарту 3 года 10 месяцев после 9-го класса, а лечебное дело после 11-го класса – это повышенный уровень образования, тоже 3 года 10 месяцев. В будущем учебном году в стенах медколледжа на бюджетных местах сестринское дело будут постигать 25 студентов, 15 – осваивать профессию фельдшера. Юноши и девушки изучают общеобразовательные и специальные предметы, среди которых техника оказания медицинских услуг. Там очень много манипуляций и оживленный предмет. Мы там все время что-то делаем, то есть нас учат, как правильно обходить с пациентами, как правильно делать какие-то манипуляции. Вот, это очень интересно. Практика у студентов начинается уже на втором курсе. Будущие медики надевают на себя белые халаты и постигают одну из самых сложных наук о человеке. Учатся общаться с пациентами и знакомятся с тем, как устроено больничное отделение.
Первая практика – это в конце второго года обучения, после освоения предмета технологии оказания медицинских услуг, они выходят на практику получения первичных профессиональных навыков. И 2 недели они непосредственно с пациентами контактируют. На третьем курсе уже специализированная практика. Это и в педиатрии, и в хирургии, и в терапии. И дальше на четвертом курсе тоже такие уже большие практики. Студентка второго курса Аня Бляблина с нетерпением ждет того момента, когда она переступит порог стационара и сможет изнутри почувствовать специфику работы медика. После окончания колледжа Аня планирует поступать в ВУЗ и освоить редкую и необходимую в нашем городе профессию эндокринолога. Мне кажется, это призвание, потому что не каждый может это делать. Кому-то просто суждено это делать, рука поставлена. Каждый врач, он должен уметь общаться с людьми, потому что слово можно ранить, и слово можно вылечить. После сдачи итоговых госэкзаменов в колледже выпускникам нужно получить аккредитационное удостоверение специалиста. Этот документ необходим для трудоустройства. С полным перечнем документов и условиями поступления можно ознакомиться на официальном сайте медколледжа. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Под началом Марии Головиной 9 человек. Отделение оптимистов в школе номер 5 собрали специально для участия в игре «Зорница». Назначение на должность командира отделения девушка получила неожиданно для себя. Все смирились. В начале года, когда нам только рассказали о том, что нам придется участвовать, не то чтобы придется, что наша школа заявила желание участвовать в данном мероприятии, мы собрали команду и немножко все не ожидали, почему девочка и командует отделением. Пунктуальность и ответственность в большей мере поспособствовала, потому что я командир отделения. Одним из важных элементов «Зорницы» 2019 стала визитка команд. Каждая школа была вольна выбирать форму и наполнение выступления. Единственное, что влияло на итоговый результат, это слаженность действий отделений, умение слушать команды командира. Так как мы участвуем первый раз, мы хотим заявить о себе, мы хотим показать то, что мы не хуже всех, а со всеми на плаву. И можем посоревноваться с любой школой. В этом году военизированная игра «Зорница» в Сарове собрала рекордное количество команд. 16 учебных заведений среднего и высшего образования сошлись в борьбе за возможность представить Саров на областном уровне. Как признались участники состязания, это отличная возможность попробовать свои силы и почувствовать себя на месте настоящего военного. Вот это соревнование, они сплачивают ребят, они чувствуют плечо друг друга, каждый заинтересован в том, чтобы их команда стала победителем, призером. У команды школы номер 5 получилось даже лучше, чем они рассчитывали. Они победили в средней возрастной группе. Теперь им предстоит отстаивать честь города на дивизионных соревнованиях, которые пройдут в Дальнем Константинове в апреле этого года. Первые шаги в исследовательскую и проектную деятельность ученики начальных классов делают под чутким руководством своих наставников. В роли научных руководителей выступают педагоги и родители. Волнение у взрослых не меньше, чем у ребят. Томительное ожидание, в свою очередь, в коридорах второй гимназии, и вот наступает тот долгожданный момент, к которому готовились не один месяц. У первоклассников это скорее, конечно, носит характер соавторства, помощи, поддержки на начальных этапах работы, потому что они впервые к нам приходят. Здесь помощь родителей, наверное, на мой взгляд, более существенна. Детки постарше воспринимают, я думаю, родители больше как опору и психологическую поддержку. Кристина Овсянникова преподает химию в 10-й школе. На конференции она выступила в качестве научного руководителя и эксперта в исследовании ученицы 3-го класса Кати Макушиной. Девочка заинтересовалась тематикой, тесно связанной с химией. Она уже познает азы химии. Казалось бы, химия такой тяжелый предмет, но она ее сейчас химию рассматривала как-то не боясь, может, с игровой какой-то точки зрения. Катя решила выяснить, как газировка влияет на организм человека. Опытным путем девочка проверила, сколько сахара содержится в бутылке лимонада и чем этот популярный напиток может оказаться вредным для здоровья. Я люблю газировку, и я хотела узнать, вредна она для здоровья или нет. Я посмотрела ролики и оказалось, что это очень вредно. А я не поверила и решила узнать, правда это или ложь. Организаторы отмечают, что у юных исследователей возрос интерес к социальному проектированию. Младшие школьники все чаще стали интересоваться темой помощи бездомным животным, организации акций социальной направленности. Не остается в стороне и православная тематика.
В первую очередь, это опыт, большой опыт публичных выступлений, которые они получают на конференции, они пробуют свои силы выступать перед аудиторией, обучаются отвечать на вопросы как участников, так и членов жюри. Они продумывают свои выступления, у них складывается более тесный контакт с родителями, с научным руководителем, они учатся навыкам учебного сотрудничества со взрослым, не говоря уже о каких-то исследовательских навыках. По итогам конференции были выбраны победители и призеры в каждой секции. Самые юные участники – первоклашки – получили именные грамоты и призы зрительских симпатий. Испанский натюрморт в синих тонах на выставке занимает особое место. Это одна из самых любимых работ художницы Ирины Никитиной. Картина выполнена в технике темперной живописи. Она сделана в 2001 году. Живет она в Нижнем Новгороде. Она участник моей персональной выставки еще из Дома ученых. Вот. И это работа, которую я очень люблю. И я выпросила ее у владельца на эту выставку. В экспозиции представлены более 90 произведений. Сюжетная графика, роспись по дереву, шкатулки в технике декупаж, авторские украшения. Впервые на выставке художница показывает свои новые работы в технике жидкого акрила. Акрилами я занимаюсь год. Тема для меня интересная. Стараюсь адаптировать технику жидкого акрила с доработкой темперой. Проводить какую-то сюжетную линию. И, ну, в общем, стараюсь что-то новенькое найти, интересное. С картинами Ирины Никитиной жители нашего города знакомы хорошо. Она не раз выставляла свои работы в рамках проекта «Художники Сарова». Свою персональную экспозицию женщина не делала более 18 лет. Интересная работа, красиво. Как-то, как вам сказать, получаешь наслаждение эстетическое. Я удивилась еще и тому, что весна наступила, у меня уже столько картин. Весна, 19-й год. Потрясающе. Посетить выставку «Все грани» Ирины Никитиной можно будет до конца апреля в художественной галерее. В полной тишине воспитанники детских садов усердно раскрашивают свои рисунки красками и карандашами. Одни ребята селят на льдинах тюленей, другие изображают полярных медведей. У кого-то над белым безмолвием северных широт появляется северное сияние. За проведением фестиваля следит судейская коллегия. Они рисуют каждой своей техникой, у них разные представления о Сибири, об Арктике, Антарктике. Это здорово, поэтому... Пусть они именно свои мечты, свои представления нам расскажут в форме рисунка. Очный этап фестиваля «Арт Атом Сити» проводится по строгим правилам. Все прошедшие заочный отбор допускаются до очного этапа, на котором они работают в присутствии педагога. Никакой помощи в рисовании он им не оказывает. Условия конкурса позволяют работать над своим проектом несколько дней. У нас прекрасно есть возможность, собственно говоря, сравнить. Даже если автор будет повторять работу, либо нарисует новую, можно посмотреть новую тенденцию ребенка, ну или, в всяком случае, оценить возможности помощи педагогов, родителей. Все работы заочного тура фестиваля представлены в фойе Дворца детского творчества на выставке «Ледовая фантазия». Порядка 100 детских рисунков показывают красоту Северного и Южного полюсов, а также возможности человека в освоении Арктики и Антарктиды. Работы представлены в двух номинациях – «Станковая живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Это совершенное волшебство, потому что настоящая непосредственность, искренность в рисунке. Посмотрите, какие сегодня медведи, а какие нынче корабли, ледоколы и льдины. Просто замечательно. Члены жюри внимательно следили за проведением очного этапа и оценивали рисунки заочного тура. По их мнению, выбрать лучшее очень трудно. Все работы, представленные на конкурс, показывают вовлеченность ребят в тему фестиваля. Так приятно, что дети с удовольствием все рисуют, они так ответственно это делают. И интересно смотреть на их лица, потому что они вот все в этих рисунках, в этой теме. После завершения очного тура жюри подведет итоги муниципального этапа фестиваля «Арт Атом Сити». В каждой номинации будет определен победитель и два призера. Торжественная церемония награждения состоится 29 марта во Дворце детского творчества. Начало в 10 часов. Через «не могу» и «не хочу», преодолевая боль и закаляя характер. Двухминутное силовое упражнение показывает, у кого из ребят есть бойцовские качества и сила воли, кто из них способен идти к победе и завоевать звание чемпиона. Саша Карасев занимается в секции бокса более 3 лет. Он десятки раз поднимался на пьедестал почета, но каждый выход на ринг для него – это борьба со своими страхами. Для меня самое сложное в боксе – справиться с волнением. Настроиться на борьбу помогают установки тренера. Саша всегда внимательно слушает своего наставника и старается строго следовать его рекомендациям. Уверенности в своих силах придают регулярные тренировки в спортзале. Много подготовки, много
На груши работаем, много в парах. Отрабатываем удары, комбинации. Максим Филиппов занимается боксом всего полгода. Тренер отмечает, в мальчишке невероятное желание добиться в этом виде спорта успехов и достойно представлять наш город на различных соревнованиях. Сам же юный спортсмен уже вывел для себя формулу беспроигрышного ведения боя. Я считаю, что главное в боксе, ну, нужно держать руки, чтобы не пропустить удар. Каждый из них мечтает стать чемпионом и прославить родной город на весь мир. А пока впереди у воспитанников Вячеслава Дронова новые соревнования и турниры. А значит, нужно усиленно тренироваться, чтобы еще на один шаг приблизиться к своей мечте.